Всех приветствую, смесного денчик, и сегодня мы допроходим до саботера. Так, что ж, продолжаем. Акт 1, бойня. Так, встретиться с Люком наверху. Кто, по-твоему, лучшая танцовщица в Белль? Привет, Шон. Бонжур, Шарри. Поднимайтесь, леди. Сюда. Блин, а наверх надо. Сюда, месье Девлин. Сейчас начнется шоу. Ну ладно. Я не туда пошел, походу. Подожди. Мне же наверх надо. Где лесенка здесь? А вот лесенка, блин. Я не доглядел. Шан, ты должен угостить меня в офисе. База ноль, мой друг. Ну, вы видели этот взрыв? Обалденно. Видел когда-нибудь что-нибудь подобное? Только раз. Но это было давно. Мы только начинаем, дружище. У тебя талант к разрушению, парень. Мне кажется, мы раскрыли твое истинное призвание. Шон, извините, месье Гудин. Я не знала, что вы знакомы. Только что познакомились. Встреча с вами — честь для меня, месье. Пожалуйста, зови меня Люк. Да, я прочитала все ваши книги. Не думаю, что ты пришел обсуждать литературу. Вы слышали о взрыве на топливном депо? Гадкая работенка. Кто-то выбросил сигарету? Нацисты вне себя от злости. Они арестовали тех, кого подозревали в разжигании восстания. Шон, они схватили Виторе. Куда? Ла Вилет. Старая бойня. Пленников расстреляют. Нужно что-то сделать. О чем это мы? Я в деле за пенс и за проклятый фунт. Что, погнали спасать этого Витора? Выйди. Сейчас выйду. Да блин! Лестница у нас вот здесь. Кого подозрений? Ну, понятно, короче, тут... Стрельба, как в мафии. Подозрение тоже шкала есть. Установка взрывчатки. Забираться. С оружием. Нет, ну короче. Вооружение. Ну, если типа ты с пушкой ходишь, то тебя заподозрят. Понятно. Тревога. Огонь на поражение. Понятно. Не свидетели, тревога, прыти и можно слабить, а подозрительные действия, главное подозрение, о, как там, 4, блин, выезжаешь из зоны, блин. Копы тебя теряют. Да, возьми это. С удовольствием. Идем. Оружие?
Да, блин, оружие выбери, дурак. Там оружие не выбирает, ага. А, вот выбрал. До бой недалеко. Этого придурка я не убью. Там сверху. Попаркурить придется. Неси ноги от нацистов. А, надо свалить. Этот парень, я даже не вспотею. Паркур назад, блин. О, хорошо, что он цепляться тут может. Тинскрит, блин. Прикольно. Так, паркур тут прикольно реализован тоже. Ну что, я зря с ними стрелял? Да ты что творишь, блин? Проклятие! Да, походу я зря с ними стрелялся. Да все, я пропонил, блин. Да, возьми это. С удовольствием.
Идем. Да, мужик, нет оружия. Я походу зря стрелял, блин. Ну хоть пострелял. Идем. Так, чисто по приколу. Как ты впутался в эту историю? Нацисты отняли все. Свобода, гордость. Я никогда не ценил то, что имел, пока не терял его. Поднимайте боевые самолеты. Самолеты. В Париже бомбят немецкие военные объекты в городе. Мои люди давали им координаты и цели. Боюсь, что у нас есть проблема. Да, это точно. По-моему, мы засиделись. Я собирался завязывать с виски. Имею в виду то, что у твоего друга мало времени. Лавилет находится в списке британских целей. Боже правый. We need to get Vittori out. Вот здесь остановись. Что, за тобой идти, что ли? Каков план? Сперва тебе нужно переодеться. Повтори. Сними этого солдата и возьми его в форму. Пятна крови могут выдавать, поэтому работай руками. Спите внутри здания вместе со стрелком. Передвигайся быстро. Британские самолеты появятся в небе с минуты на минуту. Где будешь ты? Я обеспечу транспорт и встречу вас в катакомбах. Скорее, иди! Маскировка, убейте его бесшумно. На круг маскировки. Так, это рыл. Мне там не по себе было. Все, переоделся, ура! Так. Не фонтан, но потянет. Betty Grable ist wesentlich hübscher als Eva Braun. Shh, sei leise. Niemand geht unter dich davor verpfeifen, dass du die Amerikanerin BFOA gesucht. Ja, danke. Manchmal vergesse ich. Да-да-да. Познали меня, козлы.
как-то надо мимо вас пройти. Nein. Betty Grable ist wesentlich hübscher als ihre Frauen. Shh. Sei leiser. Jemand könnte dich davor verpfeifen, dass du die Amerikanerin bevorzugt. Ja, danke. Manchmal vergesse ich mich. In Kriegszeiten müssen wir wachsam sein. Wie auch immer, ich stimme dir auch zu. Может, с другой стороны обойти? Не запалился. Ой, мужик там стоит. Завтра будет много войн. Так, мне вовнутрь надо. Почему так долго? Открой эту чертову дверь. Я открыл. Шон, я знал, что ты придешь. Они были готовы казнить нас. Как ты в это вляпался? Объясню потом. Этот бой еще не окончен. Шон. Люк, насколько все плохо? Пули не причинят мне вреда, но вот бомбы убьют нас всех, если мы не найдем укрытия. Сколько у нас времени? Нет времени вообще. Нападение уже началось. Хорошо, все в подвал. Нет, шевелись. Все вниз. Вовремя мы свалили это в подвал. Героические подвиги Шона вдохновили людей этого района на борьбу с нацистами, и теперь мен обозначены возвращением цвета данным в округе цветных районах, сопротивление сильнее и более активно. Угу. Ясно. Все. Задание пройдено.
Откуда ты взялся? Я шла за тобой. Я за это признателен. Когда взялась? Я увидела последствия бомбежки, может быть, это было ужасно. Я думала, что все погибли. Что случилось? Приподнялся, хотя следовало прогнуться. Может, тебе стоит задержаться? Насколько плохо? Какой ужас. Ему нужны антибиотики. Я найду химика. Поставки антибиотиков жестоко контролируются немецкими войсками. Пойду потрясу нацистов. Можно получше. Видишь человека вон там? Это тот, который улыбается, как объевшийся слива кот. Мок Сантес. Я видела его в Бель. Это черный рынок. Тут может быть то, что нам нужно. Пойду поговорю с ним. Ты Сантос? А кто спрашивает? Тот, кто не даст нацистам украсить стены твоими мозгами. Теперь ты окажешь мне услугу. Естественно. Что я могу сделать для тебя, друг мой? Антибиотики. Сильные. Понимаю, я достану то, что вам нужно, но это будет дорого стоить. Черный рынок тут очень развит. Что ты можешь предложить за медикаменты? Например? Контрабанда? Что же еще? Утром продал бутылку редкого шампанского немецкому офицеру. Принеси бутылку мне. Для гурманов она стоит целое состояние. Так. Сейчас я... Так, все, я снял маскировку нафиг. Нафиг она мне не нужна уже. Найди бутылку. Сейчас найдем. Они рабы, а я свободен. Тебя кое-кто ищет. Зенитные снаряды взорвались от прямого попадания. Я рад и бегать сам. Могу пожаловаться, у меня было пару хороших сделок. Ну, судя по всему, это место охраняется. А вот эта бутылка, собственно. Ее надо нам стырить. Кажется, они устроили там вечеринку. Надо забрать бутылку, пока он не открыл ее. Чёртова пуля! Кажется, они устроили там вечеринку. Надо забрать бутылку, пока он не открыл ее. Ты
похоже. Да, все ради какой-то бутылки, блин. Прежде чем ехать к Сантосу, нужно оторваться от этих придурков. Ну все, я спрятался. Потеряли. Сейчас. Вроде потеряли. Это там. Неуклюжий придурок. Так, на тачек сваливаем отсюда. Где полиция, когда она нужна? Она не в комплексе. Что ты вообще сказал сейчас, сон? Muy bien. 1922. El primero. Какая удача, что этому немцу некогда было ее открыть. Получил, что хотел. То, что вы спросили у меня с собой. Говорят, что Сантос как почтовая служба. Всегда очень надежный. Ага. Твое здоровье. Погоди, ирландец. Работу ищешь? Возможно, у меня есть работенка для человека с твоим талантом. Прости, я в отпуске. Возможно, у меня есть то, что тебя заинтересует. Когда освободишься, найдешь меня. Мой дом как раз напротив Бель. Так, все, погнали. Принесем медикаменты Люку и это, наверное, на этом серию закончим. Блин, а как забрать... Ой. А как туда залезть теперь? Через вот эту вот, походу, сторону. Да, через вот эту. Принес лекарство. Его рана заражена. Я останусь, пока он не встанет на ноги. Тебе никак нельзя здесь оставаться. Нет, не получится. Вероника, я всего лишь забочусь о тебе. Так же, как ты позаботился о Джулсе? Нет уж, спасибо. Все, не завершено. Ну и все, по идее, можно на этом
закончить. Ну а с вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.